Слово для приветствия участников общегородской зарядки предоставляется директору муниципального автономного учреждения Георгию Дмитриевичу Романенко. Всем хорошего дня. Здоровье – это сила. Здоровье – это гибкость и стройность. Здоровье – это выносливость. Здоровье – это гармония. Здоровье – это когда ты утром просыпаешься бодрым и веселым. Здоровье – это когда ты можешь поднять, без труда подняться на шестой этаж.